Здравствуйте, друзья! Вот и к нам пришла весна. Снег тает полновесно. И даже котенку не нравится такая погода. Асфальт уже подсыхает и поют птицы. На нашей дорожке еще маленько снег есть. Еще подвезли все на стюках. До первой травы вполне хватит. На окнах вовсю растет рассада. Это дела обыденные деревенские. Но это черенок винограда, ну и алоэ. Птицы поют, природа ожила, то естественно, уже по снегу ползают гусеницы. Значит, весна в разгаре. А вот это змеиный лук. Вот такой длинный у него соцветие. Пчелы, почуяв весну, тоже начали свой облетный период. Пока помаленьку, но уже просятся на волю. Застывших пчел на снегу почти нет. Если есть, то очень мало. Значит, пчелы перезимовали хорошо. Даже севшая вот пчела на снег поползала и поднялась на крыло. Значит, пчела сохранила жировую массу. Хотя и литки прикрыты дощечками, но с боков пчелы нашли выход. Солнечные лучи в прямую не попадают. Значит, вызвало на улицу их тепло. И пчелы уже чувствуют погоду сами.
убрали закрывающие литки дощечки, положили их рядом и немного раскрутили стены.